Ele за глаза запрокинул, посадил на жопу. И вот из этого положения руки здесь, он будет держать по-любому. Грудь у него на затылке. Ножки откинули. Просто то же самое инерция, но воздействие осуществляется грудью. То есть если мы здесь где-то стоим. Возимся, что-то он не хочет, чтобы я его душил, он сопротивляется, сел, зафиксировал. Я сейчас делал плавно. Если делать это резко, пусть. Пробуем.